Всем привет! Сегодня расскажу, как можно зайти в инженерное меню вашего роутера, к которому вы уже подключены. То есть с телефона, с планшета или с ПК. В данный момент покажу, как зайти с ПК. К сети я уже подключен, как видите. Заходим в браузер. Вводим IP-адрес нашего Wi-Fi роутера. Почему такое? Потому что чаще всего используются именно вот два таких IP-адреса. То есть Asus, они используют более насыщенный, как бы, да, это без разницы, видимо, им так больше понравилось. D-Link и TP-Link, они более по стандарту, то есть самый простецкий, самый первый, как бы, придумали. То есть выбирайте, если у вас не заходит по одному, сразу пробуйте по-другому, потому что заход прям мгновенный, то есть у вас изначально должна сразу же появиться вот такая вот иконочка авторизации. Здесь нужно ввести логин и пароль. Логин и пароль, они абсолютно идентичны. То есть можно просто выделить, копировать, сюда вставить и вход. Все. Это главная страница. Нам нужно узнать пароль. Беспроводной режим и защита беспроводного режима. Сюда заходим. И вот он, наш пароль. С ним делаете то, что вам нужно. Копируете, записываете или меняете, нажимаете сохранить, и в принципе пароль поменяли. Также можно, в принципе, пароль полностью отключить, то есть если вы здесь удалите, то не пройдет такая система, он напишет ошибку, но здесь нужно будет нажать открытая система, то есть для того, чтобы пароль он вообще не запрашивал. Ну и на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, всего доброго.